Приветствую вас на своем канале. Сегодня покажу, как сделать вот такой горшочек. Можно использовать и как подсвечник. Отрезаю от шелков кружево. Распускаю резинку. Развожу клей для кафельной плитки по инструкции, добавляя минимум воды. На полкилограмма клея наливаю 100 мл воды. Основа такого клея – цемент, но в нем есть необходимые добавки. Поэтому, если у вас нет клея, можно взять просто цемент. Горшочек получается очень крепким. Добавляю именно воду в клей, так поднимается меньше пыли. Доставать серединку лучше через 2-3 часа, когда масса начнет застывать. Горшочек оставляю подсыхать еще на сутки. Кружево немного разошлось. Думаю, будет удобнее, если его сшить. Бетон не шпаклевка, шкурится с трудом. Окрашиваю очень жидкой акриловой краской, чтобы не скрывать фактуру. Выделяю фактуру акриловой краской с золотой перламутр. Добавляю блеска акриловой краской серебро перламутр. Покрываю акриловым лаком. Горшочек получился очень устойчивый. С новосельем, кактусы!